Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 42 миллиона получит Киров на флаги, которые будут поднимать в школах. Деньги на приобретение флагов, флагштоков и гербов России выделяет федеральное правительство. На данный момент председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении 970 миллионов рублей 31 региону. В их число попала Кировская область. Она получит 42 миллиона. Напомню, что с нового учебного года в образовательных учреждениях будут еженедельно поднимать флаг и исполнять гимн России. Стандарт, по которому в школах будут проводить эту церемонию, на этой неделе утвердило Министерство просвещения. Программа «Экономика». Центру развития хоккея с мячом в Кирове предъявили иск на 500 000. Информация об этом появилась в картотеке дел арбитражного суда Кировской области. Подала его на центр, который ведет хозяйственную деятельность хоккейного клуба «Родина», организация «Мир замков». Истец требует взыскать 492 тысячи рублей. Как сообщает портал «Первоисточник», между сторонами в марте 2021 года был заключен договор займа на 400 тысяч рублей. С тех пор в Центре развития хоккея с мячом Кировской области сменилось уже несколько руководителей, а деньги, по всей видимости, так и не вернули. Экономика на 101 FM. В Кирове закрылся «Макдональдс». Въезд к ресторану «Цирка» перегородили деревянными барьерами и повесили объявление о том, что точки сети приостанавливают работу. Закрыт также ресторан и Новоровского. Сообщается также, что дата возобновления обслуживания посетителей станет известна чуть позднее. В настоящее время идет ребрендинг компании, в том числе сменится название ресторанов, а также наименование блюд в меню. Новое название компании пока держится в секрете, но онлайн-продажи ведут под брендом «Мой бургер». Также сеть уже выбрала для себя новый логотип, на нем бургер и две палочки картошки фри. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Они продолжают падение. Доллар стоит сегодня 57 рублей 78 копеек, евро 60,97. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.